Очередной совместный рейд провели сотрудники налоговых органов и службы судебных приставов по взысканию задолженности. На этот раз они посетили две столичные организации, чей общий долг перед государством превышает 8 миллионов рублей. Говоря об эффективности мероприятий по взысканию долгов, необходимо обратиться к цифрам. В текущем году в ходе совместных рейдов в государственную казну возвращено более 60 миллионов рублей. Арест наложен на 55 миллионов. Кроме того, у нас совместно со служебными приставами проводится налоговый мечник, где взыскивается налоговая задолженность. Совместная служба судебных приставов. Целью сегодняшнего рейда стали организация «Галерея» и «Кариатида». Первая задолжала государству более 200 тысяч рублей, вторая – более 8 миллионов рублей. Результатом рейда стал арест имущества. Галерея – это земельный участок и объект недвижимости общей площадью 150 квадратных метров. Кроме того, было выставлено ограничение по кассе, где присутствие исполнительного директора произведена была проплата на сумму 2500 рублей. В Креатиде же мы, выйдя по адресу, наложили арест на автомобиль «Газель». Налоговики напоминают, рано или поздно задолженность придется погашать. При этом в случае привлечения судебных приставов должнику придется дополнительно оплатить исполнительский сбор. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика.